4 февраля Министерство здравоохранения РФ поручило регионам определить порядок и критерии дистанционной выписки больничных листов. Поскольку инструкции из области пока нет, приказом главного врача в Сарове эти критерии определят самостоятельно. Так, например, те лица, которые болеют в легкой форме и не требуют особого лечения, могут позвонить в колл-центры поликлиник. Напомним, в первой поликлинике это номер 95511, а во второй 95252 и 95262. Им без осмотра врача выпишут больничный лист на 7 дней. Больничный лист с учетом того, что нет ни ПЦР-теста, будет диагноз звучать как респираторное вирусное заболевание. Вот. И как только 7 дней закончатся, ему позвонят, спросят его состояние. Если нормальное его состояние, то автоматически больничный лист закроется. Если он плохо себя чувствует, то его пригласят на прием в поликлинику. Многих саровчан также волнует вопрос своевременного обеспечения лекарственными препаратами, рассказала Вера Маслова. Противовирусные средства для бесплатного лечения на амбулаторном этапе в наличии есть. Их либо передает врач, который проводит осмотр, либо привозит волонтеры, которых привлекли для помощи медикам в этот непростой эпидемиологический период. Нагрузка на поликлиники сейчас колоссальная. На сегодняшний день, конечно, с учетом того, что у нас очень большая посещаемость поликлиник, для этого выделены дополнительно дежурные врачи по приему тех пациентов, состояние которых позволяет им прийти в поликлинику. То есть у них температура ниже 38 градусов, более такой молодой возраст, они могут позволить себе прийти в поликлинику. Изменения в санитарно-эпидемиологических правилах обусловлены ростом числа заболевших, которые переносят болезнь в легкой форме или даже в бессимптомной. Чаще стали заражаться дети и молодые люди. Сейчас во многих регионах доминирует именно штамм омикрон. В таких условиях теряется смысл изолировать контактных, пояснила Вера Маслова. Вирус очень быстро к нам приходит, также быстро из организма уходит. И человек, он заразный в основном несколько суток, поэтому считается, что после 7 дней от начала заболевания человек уже не становится заразным. Также теперь не берут контрольный ПЦР-тест, поскольку после 7 дней человек уже не заразен и не может быть разносчиком инфекции. Основной наплыв звонков в поликлинике, как правило, по утрам. Лучше звонить в дневное или даже вечернее время, поскольку колл-центры работают до 21.00. Напоминает Вера Николаевна, для выписки или оформления больничного во второй поликлинике выделен отдельный телефон 8-904-795-67-61, а также электронная почта 95252@sar.ru.